Сегодня посылка. Дети собираются в школу. Заказали мы им рюкзаки для первого класса. Посмотрим, что они себе представляют. Поехали. Распаковывай. Стоило на два рюкзака. Должны быть, стоили они 1600 рублей. И параллельно вот еще покажу такие мешки для сменки. 73 рубля стоят. Но очень красивые. Кстати, там будут рюкзаки тоже с мячиками. 73 рубля стоит такой рюкзачок. Такой мешочек. Главное, хороший, он не промокает. По-всякому можно увертеть. Но я, в принципе, уже делал распаковку. Это я одновременно, чтобы показать вместе с рюкзаками, с этими. Давай. Немножко осталось. Ребенок сам. Так, все, доставай один. Рюкзак. Там. Сейчас, сначала вот это. Ого, тут какие-то подарки. Тут в подарок... Насколько я понял, так, сейчас покажу. Так, нам дали рюкзаки, тоже мешочки для сменки. Вот у нас такие. Где вам больше нравится? Вот с чудиками? С мячиками лучше оказались. Вот такие, такие же, точно самые. Не знаю, сколько они промокаемые, не промокаемые. Вот такого же аромата. Рюкзаки. Так. Открывай, доставай рюкзак. А как? Вот, смотри, Петя. Давай, вот здесь вот. Так, вот. Дай сюда. Сейчас его... А... Ну да, в школу ходить. Они такие... Так сказать. Не очень тяжелые, легенькие. Тут удобная спинка. Самое главное, что удобная спинка. И здесь вот... Ну я пошел играть, ладно? Да, такая штучка, или как наплечники они, такие жесткие, пупырышчатые. Сколько у нас тут отсеков, сейчас я полностью, первый отсек, тут в отсеке место для, не знаю, вот тут одно место, потом для вот ручек с карандашами, раз, два, три, тут ластик можно положить, тут еще что-то. Потом, что мы тут еще имеем? Боковые карманчики. Я полагаю, там для всяких напитков. Ну, тут то же самое. Два боковых кармана. Так, дети разбежались. Они там только сегодня приехали. Они решили, захотели в Майнкрафт поиграть. Давно они были без игр. Тут тоже. Он самый большой отсек для книг. Сетка и тут. И еще маленький... Сек, я думаю, для тетрадей. Как раз для первоклассников. Сейчас я на ком-нибудь по миру покажу, как это выглядит. Тут написано «Прекрасная сумка». Жасмин Стар, не знаю, что к чему тут. Потом, что у нас тут еще есть. Угу, это вон так вот складывается, что ли? Странно. Ну, не буду экспериментировать. По-моему, очень достойный рюкзачок. Для первоклассников самое то. Здесь у нас еще что есть. Это, не знаю, зачем это. А, вот. Тут еще у нас есть отсек. Ну, тут небольшой. Для сигарет, наверное. Так, то, что дети, родители лазить не будут, он такой засекреченный. Ну, и тут регулировка. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. На ребенке. Сейчас ребенка поймай. Удобно? Да. Ну вот он так висит на ребенке. В принципе, вот да. Под одноклассника он очень здорово. Первоклассника. Думаю, класса до третьего проходим. Снимать? Если не больше. Да, тут еще можно отрегулировать будет. Но это потом. Все. Ага, тут еще вот. Не знаю зачем, но...